Студенты Пермского радиотехнического колледжа имени Александра Попова в день радио заложили послание в будущее. Капсулу замуровали в стенах учебного заведения. Она пролежит за плитой до 2044 года. Инициатором акции «Капсула времени» стали члены Союза операторов связи Пермского края. Кроме того, в колледже состоялось торжественное мероприятие в честь Дня радио. Для связистов это один из самых важных праздников. На торжественной части мероприятия были высказаны поздравления с профессиональным праздником и предстоящим Днем Победы.